Селиман выбирает мяч. Фабиньо. Лемар. Карильо занял место в атаке. Падение. Еще один пенальти. Да. Кажется, дно бывает иногда и поглубже, чем Марианская впадина. Абсолютно справедливо. Причем два похожих очень пенальти, когда дело далеко от ворот происходило, спалили футболисты Марселя, но в границах штрафной площади. Поэтому ничего не поделаешь. Уже нет Фалькао, поэтому Фабиньо. Еще один мастер. Пенальти. Подходит к мячу. Лицо Сиву Мандонда выражает вселенскую боль. Сейчас Монако может сравняться с Парижем по количеству забитых мячей. Удар и гол. 6-1. 6-1 и Кильян Мбаппе по-прежнему вместе с командой. 14-й гол Монако за 4 матча. Бедный, бедный Марсель. Марсель уже пропущенных. При том, что до сегодняшнего матча был один. Столько же пропустил, например, Мес, который идет на последний месяц таблицы. Да, дела. Второй тайм, кстати, тоже теперь. Монако выигрывает. 2-1. Патрис Эвра. Все плохо. Замена еще одна готовится. У Манегасков Альмами Туре. Да, Альмами Туре меняет Джибриля Сидибе. Туре, кстати, в прошлом сезоне очень грамотно подменял крайних защитников, когда это требовалось. Тем временем вышел Андре Франк Замбо Ангиса вместо Сансона. Ну, это уже мало кого волнует, а вот эта статистика потрясающая. Конечно, 84% точных передач и у тех, и у других. И где тут спрашивается успешные ЦТД? А счет 6-1. Поразительно.